Мы находимся в лесу, как раз в том месте, где вот был обрыв кабеля Минобороны, когда копали трубу для слива. Две трубы для слива всего, что потечет с полигона. А вот и труба самая. Вот такие технологии Нана использует. Видите, прямо из земли. Потихонечку. А вон и вторая. Их две. Они, ребята, у нас... Вылезла труба. Вот отсюда видно. И куда это все? Вот сюда, в эту лужу. А эта лужа куда? Это лужа. Это исток Зубовского водохранилища. Это несчастный ручей безымянный, который еще чистый, лесной. Вот он, лесная водичка течет по лесу. И вот видите, что они приготовили? Да, они еще не работают. Но сюда нет ни разрешения на слив. Ничего у них нету. Вот она, жуткая жижа, которую охранял товарищ, схватил телефон. Обратите внимание, сейчас... она даже пенится. Она пенится. Пенится, да, пена. Белая пена, это означает, что здесь очень много химических веществ, ну, как порошок стиральный, понимаете, что это не вода. И посмотрите, смысл вот этой... А что они делают, эти экскаваторы? Делают сейчас террасирование, восстанавливают эти склоны, которые... Видите, тут забора нет, его повалило просто, он съехал. Вот эта канава, это называется типа канализация. И она, эта канава течет вот в этот какой-то жалкий колодец. С этого колодца она опять заливается на кучу. И вот эта земля, она убита. Она убита. Но мы видим мертвый лес в жиже. Он еще не умер. А вот там, где он вытек, он уже умер. На директора полигона заведено уголовное дело по порче земель. Вот. Причем на него завели уголовное дело, когда еще были маленькие потеки. Что сейчас с этим делать? И стадия по этому уголовному делу? Рассматривать. Понятно, бесконечно. Что, но что-то мешает, что-то этому. В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в цели соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности проводится общественное обсуждение. Пожалуйста, проходите, конечно. Конечно. Я прошу не заполнять этот бланк, потому что мне нет. Нет, данный бланк, как это юридические силы? Данный бланк. Я все объясню, данный... Сейчас мы услышим, потом можно, пожалуйста, объяснить. Давайте, по процедуре. Данный бланк входит в состав регламент по проведению общественных обсуждений. В данном бланке есть графа «Учет замечаний и предложений». А регламент вот кем принят этот? Советом депутатов городского округа. Сюда участники общественных обсуждений все записывают свои предложения. Мы включаем их обязательно. Все замечания и предложения, все, которые будут сюда включены, да, мы внесем в протокол и направим в адрес комитета по архитектуре для рассмотрения. Что нам предлагают заполнять? Во-первых, тут просто написано форма, книги, учета, посетители, записи. Чего? Кого? Какого числа? Куда это все приложить? То есть вот эти подписи, они могут прикладываться к чему угодно. Вот это все относится к нашему милому заказчику. Вот пусть он эту графу и заполняет. Раньше хотя бы ночью машин там не было, а теперь ночью фар 20 светится. И грохот, и шум. И как они не будут заезжать? Вы чем закроете эту свою мусорку? Чем? Если она на улице и выше елей уже. Давайте я вас приглашу. Приезжайте. Ой, ему сейчас выступать 8 минут. Давайте мы его потерпим. Вчера только задыхал. Пожалуйста, умоляю вас. Умоляю. Дальше будет интересно, поверьте. Дальше будет смешнее. Очень интересно. Очень интересно. Мы вам всем подготовили сюрприз, даже Антону Инвиаровичу. Я просто отвечу, что отвечаю вам как проектировщик. Я бы с удовольствием, если бы нам предоставили бы возможность выбора площадки, мы бы с удовольствием рассмотрели. Потому что мы еще не знаем, мы только обсуждаем намерения, мы еще не знаем вот информации от представителей общественности, да, о воздействии существующего карьера на близлежащие земельные участки. Мы еще не знаем, что мы, какие результаты мы получим по результатам инженерных изысканий. Вы знаете, что мы уже на общественных слушаниях сталкивались с подставными лицами. Чтобы сегодня этого не произошло, я попрошу Антона Инвиаровича предъявить документы, на основании которых он представляет ООО «Геосфера». Что это? Доверенность? Конечно, доверенность. Паспорт ваш.
Извините, паспорт, наверное, вам все-таки не будет показывать. Это ваше право. Слушайте, это ваше право. Если человек отказывается предъявить паспорт, чтобы сверить доверенность, это его право. Мы просто это зафиксируем. У нас просто уже были один раз клоуны. Извините, это не к вам относится. Мы очень, как говорится, оскорбляемся, когда у нас лицо сидит без всяких полномочий. Кроме водозаборного узла ВЗУ, вокруг полигона находится еще 9 водозаборных узлов. Всего в Клину где-то около 60. 9 составляет радиус. Вот эти 9, они существуют без поясов защиты. Согласитесь, очень удобно. Можно помойку располагать, можно все что угодно располагать. Если бы были бы эти пояса защиты, то эти пояса защиты могли накрыть даже саму помойку. Ее пришлось бы отсюда уносить. Вот 9 водозаборных узлов. Вот в администрацию посмотрите, у них скажите, а как вообще у вас вода находится в таком состоянии? Санэпидзаключение. Это что вообще такое? Вот так, потому что нет санэпидзаключения, тут сидит товарищ, значит, представитель заказчика, и нам тут втихивают свои мечты. А мы, если бы у нас были бы эти пояса защиты, мы бы показали бы эту охранную зону, и человек бы не тратил время, ни свое, ни наше. Вот я хочу вопрос задать вот второму человеку, Ураза. Что будем делать с вонью? Как нам жить? Нет, ну если собрались, ответьте хоть кто-нибудь, что нам делать? Как нам дышать? Как воспитывать детей? Сегодня ночью лезла во все дыры, хоть бери, не противогаз, никто не помогает. Что делать? Ответьте нам. Вы не живете здесь, вот месячишка, поживите здесь, убежите. Онкологию заработаете тут же. Что нам делать? Я реагирую из-за того, что я сегодня с детьми не знала, куда деться ночью. Вот ответьте нам, что делать с этой вонью, куда ее девать? Почему же вы здесь? Вы пригласили учителя. Вы пригласили, хотите, чтобы она пригласила. Почему люди здесь должны страдать? Все там нахватят их, а мы задыхаемся. Да, они купили же там. Понятное дело. Мы их не убираем. Если их никогда не убирать, то сейчас вам не убирают. Ответа нет. Тридцать миллиардов на все хватит, и на деревню, на 30 миллиардов для страны, для нашей. А для частников это будет.